Здорово, бедный брат студент! Здравствуй, старина! К сожалению, у нас одно высшее образовательное учебное заведение города осталось. Магнитогорский государственный технический университет. Все под себя собрал. Все. Раньше-то было как хорошо, да? Ума нет, иди, нет. Сердца нет, иди в пет. Коля нет ни там, а тут, иди в горный институт. Вот. А что касаемо горного института, помню это дело. Спасибо партии родной за 5-летний выходной. Сейчас не 5 лет, сейчас 4 года. Вот дальше идет магистратура. Когда мы были в горном институте, всю жизнь хотелось кушать. Представляете? Нам есть хотелось. Куда мы ходили? Этих уже чебуречек-то и нету. Что сейчас? Наверняка в горном институте тоже кормят. Почему нет? Но если мы выходим с юга, а это вот южные ворота города, то прямо упираемся в пиццу кондитерская блинная. Сегодня, сейчас мы здесь что попробуем? Мы здесь попробуем самые недорогие. Пельмешки, естественно. Здорово, лучший брат-студент. Почему лучший? Да и я таким был. Был. Стал типа телезвездой. Нет, ребята, я тот же самый студент. Тот же. Те же косяки. Все то же самое. Но сегодня не о моих косяках, а сегодня о нашем вкусе. Изжога. Какая любимая штука после чебуреков. Из той же оперы раковые заболевания. Менять масло после фритюра чаще надо. Теперь возвращаясь к нашей блинно-столовой по-домашнему. Здесь такого нет. Все, что есть, с изумительным и правильным, и неповторимым домашним вкусом. Ну куда мы пришли? Мы пришли сюда. Ай, ёшкин-трёшкин. У меня же большая перемена. Времени мало. Мало мне времени. А покушать хочется, потому что после большой перемены у меня начинается высшая математика. Для меня это был кошмар. Естественно, 2 года. Высшая математика. Ой. Надо что-то было перекусить. Давайте поделимся с ценами вопроса, да? Вот. Уже люди пришли. Это хорошо, когда люди сюда приходят кушать. То есть мы говорим про сумму примерно 60-70 рублей, да? На 60-70 рублей я вам предлагаю покушать замечательные 2 блюда холодной закуски, то есть это салат из капусты и окрошка. Тема интересная. То же самое вот здесь вот. Вот. С этой стороны 2 блинчика с блинами, с творогом, либо целиком другие блинчики. И все вместе получается те же самые денежки. Либо по отдельности. Вот. Люди хотят покушать. Есть вариант салата «Цезарь». Вот. Те же 60 рублей. И замечательные пельмешки. Ну, все, что вы хотите, все есть для вас. Быстренько перекусим, потому что времени мало остается, а программа-то у нас не по такое большое количество времени. Потому что надо же быстро перекусить, да? Потому что вы же студенты. Студенты очень быстро используют для дела. Кушает замечательный салат из капусты. Обалденный салат. Да я бы не против из другого места, господа. Я был бы не против. Но, как вы уже прекрасно понимаете, что я сейчас рекламирую. Это тоже подразделение столовой по-домашнему. Вот. Раньше-то что у нас было? Обыкновенные пельмешки. О, не пельмешки, кулгипси, в общем. Чебуреки. За сумму 65 рублей один чебурек. И может быть вы еще и чая воткнете. Но, как вы прекрасно понимаете, чебуреки делаются на масле. Сейчас докажу. В смысле, сейчас вам объясню, что из этого масла дальше делать. В Америке? Из масла от чебуреков, да и вообще из масла для фритюра делали взрывчатку, господа. Клево. Я вам ничего не объясняю. Это Вторая мировая война. Так оно и было. Здесь все для вас. Хочу то же самое сделать. Не получается. Ну и в завершение 50
25-30 рублей. Чуть дороже, но почему нет? Так просто хорошо. Расстояние ближайшее. Ходить далеко не надо. Места хватает. Покушайте свое удовольствие. О! Я пошел. Даже не могу вернуться на круги свои. Вот Цезарь. Те же самые 60 рублей. Ну, Цезарь это вообще круто. Это, конечно, не спеша. Я тоже умею готовить. Да я люблю готовить. Но почему подразделение столовой по домашнему? Потому что они готовят круче, чем я. Ну, по крайней мере, все то, что я пробовал. Хватает. Реально хватает. Таким салатом Цезарем тоже и наесться-то можно. Обалденно. А потом? Вы, господа студенты, рано или поздно, или вы же, госпожи студентки, рано или поздно, задумайтесь о семье, естественно. Так вот, господа, конечно, я, честно говоря, сильно-сильно сомневаюсь, что у вас что-то такое получится. Ну, стремиться-то надо. Представляете, у вас есть 4 года. Но некоторые чуть больше порезут. Представляете, как за 4 года вы на южном входе института покушать изумительно. Я не думаю, что у вас получится дома. Но удовольствие вы должны получить однозначно. И следующей самой категории. 50, 60, 70 рублей. Если честно, то еще никто в жизни не готовил шашлык так, как я его сам делаю. Я его не делаю сам, потому что это рецепт Валерия Юрьевича Гиммельверта. К сожалению, его уже нету, но тем не менее, как вы прекрасно понимаете, все, что я делал для телевидения, это тоже он меня научил. Хороший был человек, замечательный. Вот. Я очень люблю пельмени. Вот. Самые лучшие пельмени в детстве готовила моя бабушка. Ко мне, вот сюда, в желудок, можно было запихать 80 пельмешков. Именно поэтому я могу много-много-много чего кушать. Сегодня и сейчас я посмотрел количество пельменей здесь. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 пельменей. Это, в принципе, достаточно. Но вы же не сможете 8 кушать. Я просто попробовал. Просто. Сейчас я тоже пельмени кушаю, естественно. Какие пельмени? Самые качественные? Ну, одни из самых качественных на вокзале делаются. Другие качество того же, качество моего, качество моей бабушки. Вы можете есть в столовой по-домашнему. Так вот, господа. Обалденно. 60 рублей. Почему сюда вы не приходите? Господа, вы идите с юга и прямо сюда. Ну, оденьтесь по дороге, по-другому это не получается. Хотя можно и зимой проскочить.
Тут расстояние, грубо говоря, 75 метров. Можно и в одежде. На обед, на большую перемену, сюда прибежать. Кроме всего прочего, то, что здесь дается. Никаких проблем. Вышли, перекусили. Человек, склонный к инжинирингу, он должен думать. А думать он будет чем? Головой, естественно. Голова, которая должна думать, ей необходимо питание. Какое питание? Естественно, вам нужен сахар. Ну, или сладости. То же самое. Ну, естественно, для кого-то кто-то захочет здесь другие вещи. Почему нет? Банкетный зал для всех. Мест здесь хватает. Изумительная штука. Как я вам уже сказал, никаких проблем с перевариванием не будет абсолютно. Я за это дело отвечаю. Ну и цены. Реальные, дешевые. И даже дешевле, чем вы сможете это сделать сами. Так что, ребятки, ну, другого варианта я пока для вас и не вижу. А то, вам далеко до вокзала, вам далеко до Ленина 90, вам надоели чебуреки. Вы устали от совсем неадекватной пиццы. Вы хотите есть и кушать, и не задорого. Изжога и осоловелость в желудке не для вас. Естественно, нет. Южный вход и то, что настоящий доктор прописал. Ваша еда начинается от 15 рублей. Я, конечно, понимаю, что деньги вам нужны больше, чем всем. Но вы только что шагнули в будущее. Так учитесь. Зарабатывайте стипендию и кушайте правильно в нашем лучшем месте, рядом с южным входом в институт. Пельмешки и все остальное есть для вас, господа, стоит все копейки. Ровно столько, сколько стоит этап. Прямо приходите сюда и покупайте то, что вы хотите. Потому что? Потому что это столовая по-домашнему. Одно из ее подразделений. Как вы прекрасно понимаете, столовую по-домашнему кормят узумительно. Узумительно вас будут кормить здесь. Прямо напротив южного входа. Недалеко. Выйдите и сразу поймете, куда.